В день города 12 сентября в Королеве запретят продавать спиртное у центральной площади. А безалкогольные напитки можно будет купить только в пластиковой упаковке. Подготовку к торжеству обсудили с предпринимателями в сфере торговли. Возле центра Костина в праздник намерены организовать ярмарку, где товары представят гости из белорусского города-побратима Червеня. Возможность торговать получат и королевские предприниматели. Кто хочет поучаствовать в реализации своей продукции, вы можете принять участие. Мы сегодня в управлении потребительского рынка собирает эти заявки. И вот там где-нибудь около 15 мест будет предоставлено. Торговые организации к празднику украсят в едином стиле. Все приготовления должны завершить к следующей пятнице. А с 1 по 12 сентября в сетевых магазинах пройдет акция «Корзина доброты». В специальных урнах можно будет оставить купленные нескоропортящиеся товары. Их передадут малоимущим жителям нашего города. В поддержке сейчас нуждаются около 7 тысяч человек.